Звук есть, да? Сейчас звук должен быть. Покажите, что меня слышно, друзья. Все, спасибо, спасибо. Значит, тогда все, спасибо, Людмила, спасибо всем, Борис и другие. Значит, я еще раз повторю. Сегодня у нас непростой вебинар. Мы его постараемся провести в 1 час. Он будет состоять как минимум из 2 частей. Сегодня у меня 2 помощника. Это Алексей Дьяков, которого вы уже знаете, и Владислав Волков. Владислав Волков будет мне как бы не помогать, а вернее даст вторую часть, как бы вторую часть именно того, что нужно презентовать при ознакомлении с идеей начала какого-то адресного проекта при первом посещении, при первой встрече, при первых контактах, неважно, идете вы говорить об адресном проекте или идете вы просто говорить об Skyway. В обоих случаях это срабатывает, и причем неплохо. Поэтому давайте сегодня, значит, построим таким образом, что я сейчас дам слово, я уберу себя с экрана. Я нахожусь сейчас совсем на другом континенте. Я нахожусь в Америке, во Флориде, в городе Орландо. Вот. Алексей находится в Эстонии, Владислав находится в Санкт-Петербурге. Видите, какие возможности у нас шикарные, технические возможности. Теперь я включу сейчас Владислава, он даст вам технический, технологический как бы основу. Причем он взял за базу ту справку, о которой мы уже говорили, то есть то, что в первую очередь надо как бы рассказать, не вдаваясь сильно в подробности, в детали, но основные элементы, то, ради чего мы радеем, то, за что мы стоим, чтобы это вывести на как бы в пользование, и ради этого мы все это делаем, нужно это знать. И поэтому прошу вас очень внимательно к этому отнестись. Это является первая информация, которая она как в какой-то степени видео дублирует, показывает то, что дается в справке, но с другой стороны, это наше внутреннее как бы понимание, готовность всегда это снова показать, снова рассказать. И не расстраивайтесь над тем, что оно повторяет то, что сказано в справке. Так и должно быть. Всякая информация, которую мы подаем, она доходит в лучшем случае или в лучшем виде доходит тогда, когда она повторена 3-жды, но в разных как бы ракурсах. Сначала это аудио и видео или визио, то, что вы даете на бумаге справку, затем вы говорите и снова показываете какие-то слайды, вот, или люди сами их рассматривают, и в конце концов вы подводите черту и говорите это, и это есть в основном Skyway. И это запоминается у людей. У них начинает на подсознательном уровне работать вся эта информация, и мы даже иной раз не знаем, где лучше, чем наше слово, лучше, чем наша какая-то картинка, это сработает на подсознательном уровне. Мы готовим людей быть вместе с нами в Skyway, и это очень важно. Славу Волкову, да, я сейчас одну минуточку. Владислав, включи, пожалуйста, свой микрофон. Сначала я увижу тогда здесь. Там у тебя сверху есть микрофон. Нажми на него и сам включи его. Я тебя не могу почему-то его включить. Да, видео ты включил. Теперь на микрофон еще нажми. На микрофончик там рядом Микрофончик есть. там рядом. Микрофон Да, есть. Вот, есть. Да, если можно, для обратной связи поставьте плюсики или единички, кому как удобно. Есть, да? Отлично. Вот вижу. Том, там Таисия, Юлия, Надежда. Хорошо, великолепно. Дорогие друзья, да, вижу, все отлично. Дорогие друзья, знаем, что у нас наш вид транспорта подразделяется на 4 вида, да? Вот сейчас на данном слайде вы видите городской подвесной. Это прямо изначально можно говорить о том, что 4 вида у нас изначально было 3. Сейчас мы можем уже говорить, а что у нас сейчас 4 вида транспорта. Еще прибавился у нас легкий мини-юнибайки. Вот на данном слайде вы видите городской навесной вид транспорта. Как раз юнибус, который вмещает от 18 до 24 человек, со скоростью будет передвигаться 150 км в час.
Далее у нас, если можно, следующий слайд. Владимир, он мне помогает, да? Высокоскоростной вид транспорта. Это предыдущий был исключительно в городе, да, городской. Это высокоскоростной, значит, область применения. Это между городами, вы знаете, да, между аэропортами и всевозможными объектами, между ними. Скорость передвижения 500 км в час. И тот, кто был в экотехнопарке в Минске, видели, как раз эта линия и строится, она достраивается. 19 опор у нас стоит там. Высокоскоростного, для высокоскоростного. Значит, скорость передвижения до 500, более 500 км в час, вместимость от 50 до 100 человек в зависимости от модельного ряда. Модельный ряд, мы знаем, у нас уже представлен в инновационном проекте, который был представлен в Министерстве транспорта. Следующий вид транспорта, это у нас городской, тоже городской, но подвесной. Если вы видите, предыдущий слайд был перед высокоскоростным, навесной, это вот это подвесной. Подвесной вид транспорта тоже со скоростью передвижения 150 км до 150 км в час. Предназначен именно в городе для передвижения в городе. Или же между городами, как вот в Европе, когда город заканчивается, начинается новое поселение, где нет промежутков. И еще один вид транспорта, это грузовой, если можно, Владимир, грузовой тоже, да, там есть слайдик. Тоже перемещение его будет у нас 120 км в час, вот вы видите грузовой. Передвижение осуществляется над рельсом, то есть эстакада такая будет, да. В экотехнопарке будет представлен грузовой вид транспорта, немножко другой, ленточного типа и подвесного. Но в основном вот у нас такие поезда будут ездить по нашим эстакадам, по рельс-ферме со скоростью 120 км в час. И четвертый вид транспорта, облегченный. Легкий вид транспорта, юнибайки. Вот сейчас вот на слайдике, сейчас Владимир поможет мне. Да, вот такой вид транспорта будет использоваться в парках, во всевозможных, не знаю, там, маленьких-маленьких увеселительных учреждениях, или же, как вот, кто был в Минске, слышали об проекте в Австралии, где именно этот вид транспорта будет представлен в университете для перемещения студентов от корпуса к корпусу и к месту жительства. И это будет первый пилотный проект, с чем я вас и поздравляю. Естественно, весь этот транспорт наш, ключевой момент лежит в рельс-струне. Если можно, Владимир, слайд про рельс-струну. Рельс-струна у нас с вами необычная. Сейчас Владимир поставит рельс. Рельс-струна у нас есть трех типов. Для каждого типа нашего поезда есть своя рельс-струна. Вот на данном слайде вы видите гибкий рельс-струну, верхний, да, в серединке полужесткий рельс-струна, и на нижнем слайде показано как раз с правой стороны, это жесткая рельс-ферма. Вот как раз именно эта жесткая рельс-ферма будет использоваться для высокоскоростного юнибуса. Самые верхние гибкие рельсы, это использоваться будет для грузового, подвесного, и средние, это полужесткий рельс, используется для городского, подвесного и навесного. Основная как бы оценку рельс-струне нужно давать тому, что в элементе, основная часть в элементе струны, рельс-струны, является именно пучок струн, вот в серединке вы видите, да, это проволока 5-6 мм, которая натянута с усилием от 250 до 1000 тонн в зависимости от нашего вида транспорта. И, да, вот как раз Владимир помогает мне, видите, она закреплена внутри и будет залита специальным бетоном, который уже разработан.
специальный бетон, который осуществляет антикоррозийные свойства, плюс еще и как бетон осуществляет, как рельс-струна будет за счет того, что бетон внутри, она будет еще жесткая, но в то же время она будет легкая, то есть она на 60% легче, чем обычный рельс железнодорожного транспорта. Ну и, конечно же, стальная головка рельса, у нас она необычная, из определенного сплава, высокопрочного сплава, идеально ровная, и рельс-струна у нас, дорогие друзья, неразрезная рельс-струна. Эти вот основные преимущества нашей рельс-струны перед обычного рельса или обычных используемых рельс в железнодорожном или в других видах транспорта. Ну и, конечно, то есть она еще и облегченная. И все это используется сейчас, на сегодняшний день, и делается, и монтируется в экотехнопарке. Если можно, Владимир, там покажите слайд экотехнопарк. Все, конечно, знают, как, что это и где, и как происходит. Первая линия высокоскоростная. В серединочке, вот вы видите, это будет городская, подвесная и навесная. И третья — это грузовая. Вот как раз грузовая у нас будет ленточный вид показан. И будут такие, если вы видели на слайде, бункеры. Ездят бункеры с верхней и боковой загрузкой. И еще один такой, можно сказать, важный момент по отношению, первый момент — рельс-струна, и второй важный момент, ключевой, можно сказать, момент, у нас с вами своя разработка, ноу-хау, мотор-колесо. Владимир, если можно показать, да, вот мотор-колесо, о котором сейчас мало говорится, и мы не можем там до определенного времени информацию это выдавать более чем нам положено. Но тем не менее, я скажу, что это разработка именно Анатолия Эдуардовича и нашего конструкторского бюро. Это аксиального и радиального типа мотор-колесо, 3 в 1, где внутри заложена тормозная система, статор, ротор, ну и все для этого необходимые электрические приборы. То есть 3 в 1, мотор-колесо. За счет этого мотор-колеса, вы знаете, да, мы сократили нашу высокоскоростную трассу, которая сейчас достраивается, на 15 километров. То есть на 15, и в первоначальном виде эта трасса должна была быть 30 километров. Сейчас вот именно за счет аксиального и радиального типа мотор-колеса, 3 в 1, статор, ротор и тормозная система. Вот на этом рисуночке я нашел специально такой слайдик, где более подробно, если кто технически грамотный, он может разглядеть эти части, но тем не менее до конца, как бы, основная часть здесь не показана, то есть это все скрыто до определенного момента, до сертификации на экотехнопарке. После этого, конечно, все будет раскрыто и показано общественности. Вот, можно сказать, три основных ключевых момента. Я извиняюсь. Да, три основных ключевых момента, с которых, как бы, я вот начинаю рассказывать о виде транспорта, о нашей вообще, о Skyway, с людьми, которые только-только, ну, начинают вникать или узнавать о проекте. То есть виды транспорта. На чем основан он, почему именно, по какому из вид ездит он, то есть на 5-10 метров от земли по рельс-струне. И наше преимущество — у нас свое мотор-колесо, которое я у Анатолия Эдуардовича спрашивал в Минске, которое будет использоваться специально для определенного вида. То есть для городского будет свое, для высокоскоростного свое мотор-колесо, для грузового свое мотор-колесо, которое будет разработано специально для этого вида транспорта. Да, Владимир. Ключевые моменты я проговорил, не вникая в подробности, да, как бы вот, и потому что очень много информации можно дать и перегрузить, но основные вот ключевые моменты: 5-10 метров над землей, 5 видов транспорта, рельс-струна с натяжением, с заполнением бетона, и мотор-колесо. Да, спасибо, Владимир. Передаю слово Владимиру.
значит, спасибо. Если будут вопросы, задавать в этом чате в нашем, в котором работает. Меня слышно сейчас, друзья, покажите. Алло, слышно, спасибо. Спасибо. Значит, скажем так, эта информация, которую сейчас дал, спасибо, дал Владислав, она такая как бы базовая. Я сейчас покажу вам эти слайды, здесь оставлю, пускай они у вас здесь будут. Вы можете их отсюда скачать справа. Вот, ими можно пользоваться, вы можете и в других местах их найти, суть сейчас не в этом. Суть в том, что как минимум вот эту информацию надо обязательно подавать. Как ее подавать? Это уже дело техники. Задача Владислава была определить и акцентировать, на чем можно говорить. Сильно нельзя засыпать цифрами. Цифры есть, кого заинтересует, вы можете ее уточнить. Но засыпать и показывать людям все эти цифры, они ни к чему с первого раза. Но под рукой они у вас должны быть, и вы сами должны их предоставить. И вам полезно их самим как бы представлять. Поэтому прошу вас пользоваться этим материалом, нарабатывать какой-то свой, не сильно расширяя, а создав такой оптимальный пакет информации, с которым вы можете выходить по любым целям, как я уже вам и говорил. Таким образом, если у вас громче можно, можно сейчас одну минуточку, да, у меня тут сильно выключилось, извиняюсь. Так, сейчас хорошо слышно, да? Анатолий, да, все, спасибо. А то что-то съехала информация. Значит, прошу, значит, еще раз я повторю, если не слышно было, что эта информация минимальная, которую надо использовать и с которой подавать вот как бы саму суть идеи SkyWay для начала. Все остальное потом будет дальше. Но это не значит, что на этом уровне только надо нам, кто мы как бы идентифицируем себя, что мы работаем и готовимся и даже где-то уже делаем адресные проекты. Потому что, вернувшись обратно к информации, немножко сегодня мы перестроили, то что я хочу вам сказать. Я сейчас уберу свой вид. Так. Значит, что я вам хочу сказать по, как бы, ну, резюме по конференции. Конференция прошла очень хорошо. Значит, интересная ходит байка такая. Уже на конференции было, что там как бы собирался снег и дождь быть в этот день, но была приглашена с бубнами шаман, который там людям давала возможность совсем бубнить, условно говоря. Вот. Все люди отнеслись очень доброжелательно к тому, что происходило. И просто чудо, вы знаете, я вот лично наблюдал, что над Марьиной горкой стояла так называемая атмосферная дыра. То есть тучи разошлись. Везде вокруг стояла мощная такая, как бы, темно-облачная среда, а здесь просвечивало солнце. Это было просто потрясно, люди все были в восторге. Это одно такое внешнее проявление. То есть высшие силы, как многие все говорили, что высшие силы нас поддерживают. Значит, мы занимаемся богоугодным делом. Это первое. Второе. Очень важен был настрой людей. Людей было из многих регионов. Например, европейские партнеры из Европы, а кто это? Поляки, чехи, венгры. Приехал целый автобус, почти 50 с чем-то там человек. Автобус был заполнен. Они приехали, посмотрели, сказали, мы уезжаем с полной уверенностью, что мы тоже занимаемся правильным делом. Мы увидели, кто этим занимается, мы увидели, как люди этим делом занимаются. И для нас это очень большой как бы мотиватор. Мы уверены, что мы взяли, как бы вошли в правильный проект. Они только-только вошли, входили практически с начала апреля месяца. Это очень большие структуры, которые занимались и занимаются другим еще бизнесом, но они видят очень большую перспективу именно вот в этом проекте SkyWay. Это второе. Третье, то, что были несколько там, не несколько там были, достаточно... как бы, ну, с высоким инвестиционным потенциалом предпринимателей из Латвии, из Литвы, из Эстонии, из России. Вот.
И общее резюме, они вместе не встречались, по отдельности были встречи, насколько это было возможно, там по 5-10 минут переговорить с Анатолием Эдуардовичем. И они все тоже декларировали, что они уезжают с уверенностью, что они будут дальше работать с этим проектом. Причем с проектом как? У них есть конкретные предложения, что они готовы делать у себя в своих странах. И для всех стало ясно, что та позиция Анатолия Эдуардовича, что, дорогие друзья, для нас сейчас самое важное именно выйти на полный уровень инвестирования в этом технопарке. И они прямо подвели черту, они сказали, это очень рационально, мы это понимаем, и мы готовы сюда тоже инвестировать, но инвестировать скромно, как они сказали, потому что мы видим за спиной наши, продолжение этих проектов в наших странах, там есть идеи, например, то, что вот Владислав показывал мотор-колесо. Есть такая мысль начинать производить мотор-колесо в Евросоюзе. Это будет или Латвия, или Эстония. Скорее всего, это будет Латвия. Вот, но для этого надо сначала начинать производство в Белоруссии, начинать производство Мариной Горки или же, значит, в Минске, там вопрос стоит. Вот, и надо туда именно сейчас инвестировать. Но это такой проект, это отдельный адресный проект, который уже сегодня востребован. Потому что мотор-колесо, независимо от того, делаем ли мы для Skyway, или делаем мы, например, для какого-то самоката, я извиняюсь за такое сравнение, или для моторной лодки, к тому же. Они, возможно, их применять и на моторных лодках. Вот. Мотор-колесо как средство, оно применимо и востребовано на рынке. А если мы учтем то, что в отличие от других мотор-колес, которые существуют на рынке, мотор-колесо Юницкого или, скажем, Skyway, варианта Skyway, оно является 3 в одном или даже 4 в одном, если учесть все факторы. И электронный блок управления, что является изюминкой этого проекта, он будет производиться только, значит, вот, в группе Skyway. Поэтому производство всего этого самого корпуса и всей технического оборудования, оно может быть и в другом месте, в том же самом Евросоюзе осуществлено, оно востребовано. И по мере возрастания заказа именно в группе Skyway будет расти производство. И поэтому было принято решение, что сейчас подготавливается договор о сотрудничестве, начинать инвестировать сначала первый этап. Это я вам рассказываю именно для того, чтобы вы понимали бы возможности логики развития в будущем адресных проектов, инициации адресных проектов. Значит, возвращаясь обратно. Подписывается соглашение для того, чтобы сначала инвестировать, поддержать в проект производства мотор-колесо в экотехнопарке, скажем так, неважно где там, вот, с прицелом на то, что производство будет открыто в Евросоюзе. И это значит, что тут есть, возможно, опционное соглашение, инвестор входит сюда, затем у него выкупается его доля здесь, если он не захочет здесь дальше присутствовать. А кто выкупает? Выкупаем мы с вами, дорогие друзья, понимаете? Выкупаем мы, кто мы являемся инвесторами как бы группы компаний Skyway через Eurasian Rail Skyway Systems Holding. И дальше, опять-таки, головная компания, она входит в проект в той же самой, допустим, Латвии, где начинается производство, открывается завод, производящий мотор-колесо, в первую очередь для потребностей группы компаний Skyway по всем ее будущим проектам, и производя другим. Этим самым мы снижаем себестоимость тех же самых мотор-колес, которые применяются у нас в системе развития Skyway, проекта Skyway, и поставляем другим. То есть разница, вы же понимаете, произвести 10 пирожков, затратив подготовительные работы, те же самые, что на 110 пирожков. Или, условно говоря, то есть оптом делать значительно выгодней стоимость, себестоимость. Потому что есть целый ряд постоянных расходов, которые, неважно, делаешь ты одну штуку или делаешь 101 штуку чего-то или единицу, они практически одни и те же. И меняются только переменные расходы, то есть количество материала, количество энергии, количество там еще чего-то и так далее, и так далее. Количество рабочих, которые или труда, объем труда, который применяется для производства вот этих общего количества. Вот. Это меняется, это переменные расходы. Поэтому
вся эта работа идет, это такой как бы легкий экскурс в сторону. Дальше что еще? Произошел, второй день прошел, это был день конференции. Мы получили тоже хорошие отзывы, были плюсы, были минусы этой конференции. На будущее мы как бы поняли, что конференции нужно делать. Следующая конференция, по всей вероятности, была доведена информация. Немножко мало этой информации людям показалось некоторым. Но ничего, значит, в следующий раз будет информации больше. В следующий раз точно будет то, что те, кто не смогли поехать, они смогут следить за событиями, которые будут на осенней конференции. Она будет, скорее всего, в октябре месяце, во второй половине октября. Смогут следить за самыми основными событиями на конференции за счет, значит, телесвязи, телемоста, который будет подключен, и люди смогут тоже там присутствовать, будут оперативнее делаться записи самых таких как бы выжимок, которые будут происходить на этой конференции. И естественно, мы сегодня собиралось правление, приняли еще и такое важное решение, что особым событием между вот происшедшим и будущим является Иннотранс, международный всемирный форум или всемирная выставка инновационного транспорта в Берлине 20-23 сентября, где соберется много людей, и в принципе там будет проведена так называемая или серия, или же одна европейская конференция, где соберутся сторонники и приверженцы, и инвесторы Skyway проекта, но это в будущем. И это не тема нашего разговора, но как ресурс, потому что, например, я на своем опыте общаюсь с людьми и с инвесторами, и с представителями администрации, они все очень большой интерес проявляют, и скажу вам больше, что первоначально было запланировано заказ для представления Skyway на берлинской выставке, всемирной выставке, и был выделен бокс, там небольшой бокс, там, по-моему, 4 или 5 квадратных метров. Пришло специально письмо из Берлина от устроителей этой выставки, и они выделили для презентации Skyway бокс размером в 60 квадратных метров, дорогие друзья, где мы смогли бы развернуть весь свой ресурс. И практически мы будем находиться в одном ряду с Siemens'ом, там, с Hyperloop'ом и с другими мощными, раскрученными уже брендами мировыми. И это тоже очень сильное слово. Это плюс в наш адрес. Как сказал Анатолий Эдуардович в беседе, вот когда мы собирались, как бы, он и всем это говорил, и более узком кругу, что я просто не перестаю благодарить людей, которые подставили плечо, и я все больше и больше убеждаюсь в том, что за счет того, что мы оперлись или опираемся на народное инвестирование, наш проект оживает, ожил, оживает, и живет, и развивается, и вырастает. То есть мы вырастаем из коротких штанишек, как бы, пионеров, переходим в следующий хороший возраст, юношеский возраст развития. И мышцы наши крепнут. Именно за счет того, что мы с вами, друзья, работаем, неважно, каждый делает то, что он может делать на своем уровне и в том месте, где он находится. Но надо задать вопрос, что я могу сделать больше. Поэтому я бы сейчас перешел, так, есть, на нулевом тоже случилось погодное чудо. Да, абсолютно, там было просто мощное чудо. Правильно, в Минске тоже была такая же солнечная погода, абсолютно правильно. Да, да, да. Не мы с ними будем находиться, а они с нами. Да, абсолютно правильно. Хороший, Родион, уточнение. Значит, смотрите, я вернусь обратно и хочу сегодня остановиться вот на чем, друзья. Значит, сейчас одну минуточку, я тут найду материал. Значит, в прошлый раз мы с вами останавливались вот на чем. Почему Skyway? Я как буду постоянно как бы мусолить эти вещи, чтобы они у нас лучше закладывались. Первое правило. Почему Skyway? И с чего надо начинать? Не начинай свой бизнес или не начинай в данном случае свою информацию с какой-то чужой идеи. Наша идея — это идея, это уже наша идея, это не чужая идея. Идея Юницкого. Вот.
И, значит, в данном случае идея есть как Skyway, но когда ты или я, или кто мы идем, должна тоже быть идея. Что это за идея? Я иду пропагировать Skyway, или я иду еще что-то делать. Я просто вас предупреждаю и рекомендую. Дорогие друзья, мы идем с желанием помочь. Мы предлагаем и ничего не хотим. Мы ничего не просим, мы предлагаем. Единственная просьба, послушайте, мы вам предлагаем. Вот, и именно на это надо смотреть, как говорится, если мы говорим через рыночную экономику, то глазами рынка. И что здесь важно для себя, или через что мы должны пройти, прежде чем мы куда-то идем? Это через 5 основных вопросов, как вариант. Это как вариант, это не аксиома, скажем так, не значит, бесспорное. Это как вариант. Что мне нравится, чем я хочу заниматься? Почему я задаю такой вопрос, или почему такой вопрос важно задать? Почему я занимаюсь этим вопросом, что я пришел к вам или пойду к кому-то? Почему? Хочу ли я заработать? Или я хочу передать идею? Или мне это интересно? Я хочу здесь развиваться? Это очень важно. И не важно, как вы ответите. Кто-то идет за тем, чтобы он хочет заработать. Но одно желание заработать, этого мало. Какую пользу вы принесете? Какую пользу я принесу от этого, что я иду кому-то рассказывать? Как минимум, я передам идею. Она должна зажить в этом человеке, которому я ее передаю. Как она дальше развиваться будет, это уже дело, скажем так, того, или насколько качественно это человеку передал. Дальше. Будет ли мне интересен этот бизнес через 2-3 года? Мне лично будет абсолютно интересен. Я этим стал заниматься, значит, у меня достаточно высокий возраст. Не хочу сказать, что он преклонный, я далек от этого. Вот. Но я этим буду заниматься и через 2, и через 3, и через 5 лет, и через 10 лет, и через 15 лет. Я вижу здесь перспективу, друзья. Я вижу 50-летнюю перспективу. Я уже начинаю писать справки в высшую канцелярию, что, дорогие друзья, прошу продлить годы. Вот, и я не буду сейчас говорить конкретных дат, но я вижу очень большую перспективу. Мне интересно этим заниматься. Я рекомендую, предлагаю вам тоже пересмотреть, провести четкую ревизию в своем домашнем хозяйстве, то есть в голове. Третий вопрос. Мотивирован ли мой клиент болью, страстностью или сильной эмоцией купить мой товар или услугу? В данном случае неправильно сказать купить, а принять ее, значит, услышать меня, значит, а что тут такого? Я, может быть, иду с такой целью, если я иду с целью, что я хочу здесь не просто раз заработать, а с одной стороны быть оплаченным, но с другой стороны я вижу, что я качественно могу применить сюда свои знания, свои связи, неважно еще что, вот. А с другой стороны, мотивирован ли мой клиент? Где его мотивация? Почему он меня должен слушать? Если он не мотивирован, то есть я тогда, значит, я иду к нему не с мыслью, что я ему что-то предлагаю, вернее, что ему надо, а я иду к нему с мыслью, слушай, давай-ка вот это самое, возьми мое. Нет. Мотивирован, что, а я как раз пришел с тем, что ему и нужно. Вот. И вот это надо воссоздать. И все то, что вы напишете, справку отправите, придете с этой справкой, дадите ему прочитать. То, о чем говорил Владислав, расширенное, суженное, уточненное какое-то в виде слайдов, каких-то комментариев. Это все побуждает к тому, чтобы это правильно понять. И это подводит нас к четвертому вопросу. Ищет ли клиент решение? Дело в том, я уже в прошлый раз говорил вам, что на очень высоком уровне министр туризма и спорта, он не искал решения. Ему оно и было несущественно. И в эту стенку можно было биться, вот коллеги, которая этим там занималась и занимается, я не знаю, еще неделю, еще вторую неделю, еще месяц убить. Непробиваемая стенка. А где-то есть люди, которые ищут решения. Вот к ним и надо идти. Поэтому здесь ничего страшного, если один раз постучались не в ту дверь, где нету заказа, нету понимания, нету поиска решения. По всей вероятности пришли, не вовремя пришли, может быть, не пробудили. Ну а никто не знает, когда
тот росток информации или та информация прорастет в конкретном человеке, с которым мы сходили. Ибо вы же знаете, что на квантовом уровне уже куда мы обратили свое внимание, куда направлена наша мысль, это начинает меняться. Поэтому наша направленность, направленность нашей мысли всегда должна быть положительна, всегда должна быть конструктивна, всегда должна быть созидательна. Созидать, а не разрушать. Это очень важно, друзья. И клиенты будут начинают, то есть клиенты или наши партнеры, с которыми мы говорим, наши собеседники начнут стремиться к сотрудничеству. Они услышат, что ага, ко мне или к ним пришли с конкретным предложением, предложить что-то и услышать то, что им надо, какое решение им надо решить. И пятое. Сколько вариантов решения им предлагает рынок? Тут очень просто, дорогие друзья. Вариантов от забора до обеда, от трамвая до монорельса. Владислав, когда говорил о преимуществах, самое основное преимущество SkyWay — это так называемое конструктивно-технологическое решение рельсового, так называемое путевое решение путевой структуры в виде струнного рельса или струнной конструкции. Это самое главное. Отсюда все. Отсюда. А почему? Как Владислав говорил, это и сама как бы конструкционное решение, где внутри ведущим элементом является пучок струн. Это бетон, который направляет, наполняет конструкцию. Он, с одной стороны, ее делает более жесткой, более гибкой. Жесткой, гибкой, как бы казалось бы, два в одном. Вот. Более легкой. И дает возможность решать целый ряд как бы технологических задач, необходимых вот для таких путевых структур. Вот. А с другой стороны, это дает возможность построить целую серию видов транспорта. Четыре уже. Накапливается еще пятый вид, но о нем сейчас пока не будем говорить. И этим мы отличаемся от конкурентов. Или даже я бы назвал не конкурент. Это не конкуренты. Вы понимаете, что, скажем, хоть по весу бегемот и большой, и мощный товарищ, да, но быстрее медведя, который полегче, он не побежит. И он не такой, может быть, верткий. Ну, я такую дурацкую, может быть, сравнение привел, но тем не менее. Поэтому не надо рассматривать и трамвай, и монорельс, и тот же самый метро, как конкурент. Нет, это реальность, которая существует. Без того, есть мы или нет нас, она существует. В какой-то степени, может быть, рассматривая с позиции конкретных проектов, они могут являться конкурентами, но конкурентами на предложение. И вот тут-то у них уже нету возможностей. Посмотрите в справке, там наши преимущества все четко изложены. Раз, два, три или по порядку, скажем так, там нет цифры. Вот. И поэтому мы здесь в большой степени являемся вне конкуренции. Но сравнение всегда является самым мощным средством для того, чтобы что-то обосновать, что-то показать. Так, поэтому рекомендую этим делом пользоваться и рассчитывать на этот материал, который я вам показал. Теперь, значит, узнай мнение потребителя. Но об этом я в прошлый раз тоже говорил. Желательно изначально посмотреть, исследовать, что есть в каком-то городе, какие проблемы, есть ли там проект развития. К сожалению, я должен вас огорчить и сказать, что я сам смотрел проекты или планы развития, программы развития транспортных структур различных, значит, образований, муниципальных образований и федеральных образований. Они все построены, к сожалению, на концепции, ну, как бы, существующего транспорта, транспортных решений. Люди, которые их разрабатывали, они не видели. Только в отдельных, может быть, в одном случае из 100, вот, ну, как бы в такой пропорции можно сказать, те, кто разрабатывали проекты, они видели возможность или они предполагали интуитивно, что по всей вероятности на подходе какой-то новый вид транспорта. Но они не обозначали, какой это новый вид транспорта. А это и есть SkyWay, дорогие друзья. Или аналогичное что-то, что еще. Я не исключаю, что существует еще что-то. И оно, вероятно, существует. Но наиболее сейчас активно и наиболее как бы динамично развивается именно струнный транспорт SkyWay, струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого.
То есть благодаря тому, что мы тоже с ним работаем. Поэтому смотрите, прислушивайтесь, изучайте, не ленитесь, прежде чем куда-то идти. Неважно, я не устану повторять, идете ли вы к чиновнику или идете просто к хорошему знакомому, кому вы будете презентовать и рассказывать об этой технологии. Важно знать, что, какое мнение потребителя, что он скажет. И это не есть как бы истина в первой инстанции, но рассчитывать или, скажем, учитывать это обязательно необходимо. И поэтому это следует как бы, ну, и анализировать, и делать такие как бы обследования. Один человек ко мне обратилась, говорит, что проходит инновационный семинар или инновационная конференция в одном достаточно большом российском городе и в целой области. Вот. Хотелось бы там участвовать. Я задаю вопрос, а как вы хорошо сами знаете SkyWay и так далее? Нет, я хочу представлять. Но я говорю, а хорошо ли вы знаете SkyWay? Да, ну более-менее знаю. А с чем туда идти? Как туда идти? Я говорю, ну хорошо, а какую предварительную информацию там вы исследовали? Ну нет, я думаю, что это должно быть интересно. То есть, понимаете, да? Она рассматривает это как бы как возможность просто подать информацию. Это тоже, конечно, имеет возможность место и место быть, такой подход тоже, что просто подать информацию, но ее надо подать правильно, не расползаясь с информацией, и зародить именно понимание, что существует возможность новых технологических решений, транспортных проблем, транспортных вопросов, транспортных развитий на будущее. Я вам скажу больше. Я вчера вечером ехал из аэропорта в Орландо и радовался. В одну сторону трасса номер 4, в одну сторону идет 3 направления, 3 ряда, в другую сторону 3 ряда, а между ними почти в 2 ряда широкая полоса. Я думаю, еду и думаю, во где мощная база для строительства линии SkyWay. И это радует, дорогие друзья. Американцы уже подумали о будущем. То есть они уже подготовились, чтобы здесь начинать строить SkyWay. Но это еще займет время для них. Они еще не знают, что мы готовимся к этому. Но скоро узнают. Я в этом больше чем уверен. Поэтому, видите, узнай мнение потребителей. Я здесь поспрашивал и буду еще спрашивать дальше у людей. Но они говорят, да, нам нужен транспорт. Потому что здесь все на машинах построено, машин море, вечером 10 часов, трасса вся завалена. Я спрашиваю, а какие у вас проблемы? У нас, говорит, проблемы в начале рабочего дня и в конце рабочего дня, когда между различными районами идет перегруппировка людей, то все ездят на машинах. И это очень нагрузка и на природу, и на все очень большая. Часами приходится стоять. То есть, если надо добраться, просто добраться 45 минут, то тогда уходит от 1,5 часов до 2,5 часов у людей. И когда говоришь, а если вот такой вид, он говорит, ну зачем мне тогда на машине ехать? Я оставила машину у парковки, уехала, съездила, сделала все свои дела, вернулась обратно, взяла машину, приехала домой там за 1,5 километра от этой центральной парковки. То есть концепция должна меняться, и она будет меняться. И ради этого мы с вами и трудимся, дорогие друзья. Так, тут у вас вопросы, иначе я разогнался, много. Я так, сначала неплохо, сколько, а потом и дети продолжают, внучки тоже. Да, правильно, проект нас много. Да, 7 человек. Это хорошо, если это будет семейный бизнес. Кстати, кто-то и говорил в этом самом в Минске, сказал, что я это вижу как семейный бизнес уже. Потихоньку начинают и родственники подтягиваться. Яблоневую аллею. Да, возникла даже такая мысль насчет яблоневых аллей, что со временем те люди, которые не смогут поехать и посадить, ну не могут люди поехать, нет времени, средств, бог знает еще чего. Уверенности, что доберусь там, знаете, как сейчас, многие же люди очень оседлые, то у них появится возможность увидеть, что Мария Петровна Иванова посадила дерево, вот она в интернете сможет посмотреть видеозапись, где выставляется табличка, ее дерево растет, она за ним может следить там 2-3 раза в год, например. Вот такая идея, кстати, возникла. Вот, посадил я свою яблоню, и моя супруга посадили тоже. Яблоня называется Олеся. Сорт яблок, осенние яблоки. Поздние. И поздние, достаточно поздние осенние яблоки. Так, есть ли еще вопросы у вас, дорогие друзья?
ко мне предложения какие-то. Идеи. Мы с вами находимся в преддверии Пасхи. Я хочу вас поздравить с этим великим праздником Святой Пасхи. Прошу вас вдуматься в существо этого праздника, который уже через века до нас прошел. Он имеет истоки еще в более дальней, до христианской эпохи. Он вселенский праздник. Он перетрансформирован в праздник, которым мы сейчас, в котором участвуем. Самое главное его суть. Желаю вам всем добра, процветания, благополучия, доброго здоровья вам, счастья вам и вашим детям, и вашим внукам, всем вашим близким. До скорых встреч, дорогие друзья. Валентин, значит, Валентина, как долго? Я буду в США до 8 числа. 8 числа начинаю двигаться обратно. Об альтернативной энергетике. Скажите, пожалуйста, что вам, Ирина, интересно знать об альтернативной энергетике? А энергетики много сейчас. Например, мы тоже пользуемся, но это уже не альтернативная энергетика. Солнечные конденсаторы, батареи, можно так назвать, что это батареи, конденсаторы, накопители солнечной или световой энергии даже, теперь можно сказать так. У нас в Эстонии проводили испытания и убедились специалисты университета технического, что даже у нас в пасмурной Эстонии, где можно сказать, как в деревне Гадюкина, если везде солнце, то у нас идут дожди и пасмурно, что в течение года 350 дней являлись днями, в которые продуцировалась энергия в световых накопителях энергии. Вот. Стояли несколько домов, они полностью как бы стояли на обслуживании этими батареями или этими накопителями. Согревалась вода в 250 квадратных домах, небольших таких как бы виллах. Вот, и очень хорошо работала система, 60-65 градусов воду держала и полностью отопление. Вот эти все дни, остальные дни приходилось за счет земного насоса, земного тепла, земляной насос за счет этого тепла дотапливать систему, кроме этого. Вот. Альтернативные энергии, ну, вы знаете, это отдельная тема, давайте придем к ней, это не тема нашего вопроса, она очень существенна, кстати, вы правильно подняли вопрос, потому что задавался вопрос людьми, а как энергия передается и за счет чего двигается сам юнибус, например, на скоростной, высокоскоростной трассе, значит ли, что должны какие-то столбы с электричеством, или это будет кабель где-то тянуться и так далее. Анатолий Эдуардович очень четко сказал, что энергия подается за счет путеводной системы, за счет рельса одного, вот, который является, значит, между, и создается так называемая система между двумя парами колес. Вот. Но производство энергии сейчас существует различные. Я не хочу, иначе меня занесет, и я еще на полчаса вам тут начну сказки рассказывать. Возобновляемая энергетика. Что такое возобновляемая энергетика? Это значит, что энергия уже была затрачена. Например, выросло дерево, допустим, и возобновляется за счет того, что там оно пережигается, потом где-то возобновляется энергетика. Но это не самый лучший вариант. Возобновляемая энергетика – это то, когда, например, скотина съела солому или траву, вынесла помет, помет собрали и потом начали этот помет как бы перерабатывать и получили от этого тепло и электроэнергию. Это тоже варианты, которые сейчас очень мощно работают. Существуют так называемые биогазовые производители тепла и электроэнергии. Там за счет этого работают генераторы, которые пережигают практически замкнутый цикл на, как бы, в атмосферу, не выбрасывается ничего плохого.
Вот. Но существуют абсолютно принципиально новые виды производства энергии, которые работают за счет магнитной сетки или магнитного поля Земли и Вселенской энергетической системы. Уже учитывая вот эти возможности, вопрос только в том, когда и насколько они будут применимы. Вот. Ну, уверяю вас, мы живем в очень интересное время, когда разработки многое тайное становится явным, как и было сказано в многих писаниях. Так, таким образом, дорогие друзья, после такого как бы хорошего поздравления я немножко поотвечал на ваши вопросы, достаточно поверхностно, к сожалению, но я учту то, что у вас к этому есть интерес, и со своими коллегами и Алексеем, и Владиславом постараемся вам подготовить интересный такой как бы короткий обзор, минут на 15, не больше, 15-20, по энергетике, ибо это тоже полезно знать нам, кто мы работаем с такой инновационной видом транспорта, как SkyWay. Строй SkyWay, спасай планету. Всего вам доброго, друзья, с праздниками. Благодарю Алексея, благодарю Владислава, благодарю вас всех. Всего доброго.